действительно волшебный чай. Две полдарку, два черных ореха, два ячая. Две капсулы того. Заливаем стаканом две капсулы полдарку, две капсулы черного ореха, две капсулы ячая. Заливаем стаканом кипятка. Остужаем до температуры, комфортной для употребления, и пьем как чай. Во-первых, великолепно работает при окружающих всевозможных простудах. Если человек заболел, значит, 2-3 стакана в день можно, без всяких ограничений. Если с профилактической целью, то 1 стакан в день, вот, например, на работе все болеют, да? Делают как? Утром вместо кофе волшебный чай, выпили, пошли на работу. Вот у меня сколько пациентов есть, которые говорят, у нас на работе болели все, кроме меня, жалко даже. Все же на больничный пошли, а я тут за всех работаю. Вот. Любые проблемы с желудочно-кишечным трактом, отравились, несварение. Ну, два тут варианта, либо хлорофилл, столовая ложка, неразведенный, да. Либо волшебный чай. Выпиваете, вот. Что? Можно хлорофилл. Можно, я больше люблю хлорофилл, столовую ложку, а потом волшебный чай. Вот тогда хорошо. Вот. У меня и коллеги мои, и все некоторые там, кто даже не подписан, они говорят, вот мне, пожалуйста, по баночке для волшебного чая, они там себе это порассыпают, у них по кулечкам есть. У нас, у моих, там, у наших мам, у мужа, у моей, у них всегда есть волшебный чай. Они даже уже не спрашивают. То есть если что-то где-то как-то, а я себе наколотила и все. Вот. Действительно, результат вот потрясающий. Многие люди, которые не знают и не хотят знать, что такое NSP, я говорю, не хотите, ваше дело. Если простыли, говорю, вот это вот возьмите и выпейте. А что это было? Говорю, было что-то. То есть действительно препарат работает, любые острые ситуации, вот, только там убирается. Можно применять в любом возрасте после года деткам. Ну, естественно, просто маленьким деткам мы даем там по столовой ложке несколько раз в день. До 3 стаканов в день можно.